Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о назначении своим полномочным представителем в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Он родился в Рязани, был вице-губернатором Московской области, председателем правительства Чечни, помощником министра экономического развития и торговли, депутатом Госдумы. Еще одним указом Медведев освободил от должности полпреда в Приволжье Григория Рапоту в связи с переходом на другую работу.